Кстати, Робинсон на данную секунду является лучшим по этому показателю в «Автодоре». После данного момента, и какой вы знаете, так сейчас Маккисик вваливает просто сверху. Гражулис не точно, и побежали сразу вперед. Робинсон. Маккисик сам под кольцо. Здорово, он уже вписался в тактические действия черно-белых, это можно констатировать. И вот очередное доказательство. Скорее всего, это студенты, конечно же, местные. И, скорее всего, из медицинского университета. Но вот без поддержки Морейра, личной поддержки не остается. И Маккисик. Сколько уже сегодня таких проходов? Робинсон. Выжидает, чтобы, может быть, самому бросить. Нет, пошла передача на камеру. И Клар, какая передача на Маккисика. Yes, guys! Shaquielle McKissic!